Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, и это продолжение ФФА-сериала «За Норвегию». Если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к первой серии, ссылка на весь плейлист есть в описании в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала всю партию могут смотреть сразу, ссылка на запись там же. Большое вам спасибо за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Так, античную республику пока берем. Хочется стоимость покупки клеток, но у нас нету денег даже со скидкой покупать. Что я думаю, пока так. Камень пока обработать, чтобы каменная кладка ускорить, но потом мы его уберем здесь. Не сомневаюсь, что мы выйдем в героический, но до него еще дожить надо. Так, в Женеву. Так, наверное, следующим ходом поставлю карточки на... Хотя у меня уже поселенец. Так, ну тут нужно еще строителя, чтобы вырубать леса под строителя и потом делать поселенца. И в Нидеросе нужно поселенца, несмотря на то, что мы будем сейчас терять население. А, может, да, слушайте, действительно, лучше ПП. Только я не могу... Да, 35. Так, давайте мы, наверное, отменим. Поселенца. Следующим ходом мы сможем купить эту клетку. И действительно, ПП и здание на поселенцев. Можем, кстати, еще карточку как раз на скидку... Покупки клеток. Точняк. Вот Тарас вовремя подсказал. Ученичество ускорили. О, встретили наконец-то кого-то. Польша. А где встретили? Он там сверху. Он там где-то с Германией вместе. ГГшка торговая. Нам драму и поэзию, исторические хроники надо идти. О, уже в героическом веке. Всего 8 ходов прошло. Ртуть, наверное, никогда не присоединится. Думаю, устроить мне еще рудник здесь.
Ладно, давайте. Так, у нас следующим ходом посел должен появиться. Наверное, мы засоюзим Женеву, потому что тут есть у Болонии задание, которое выполнимо, копейщика построить. А у Женевы нету задания. Ну, мы выполнили только что торговый путь. Янтарь, у нас вот этот рабочий пойдет. Ну и плюс у нас вот еще рабочий строй. Хотя этим мы, наверное, будем... Да, мы, наверное, янтарем обработаем, кстати. Потому что у нас еще нету здания на поселенца. Да, 135 сила. Придется стены строить. Что-то у нас тут выделывается немец. Блин. Мандар Брюней закрыл выход. Нам бы еще апнуть дуболома в мечника, и можно расслабиться. Хотя, может, он просто стоит тут, следит. Ну, на всякий случай стены построим. На всякий случай. Так, а карточка у меня на поселенца... А, не стоит, ясно. Тогда отложим на один ход. Вот этот тропический лес надо вырубать, потому что все равно вулкан. Какую победу? В религиозную. Поэтому решил пока священные места не строить. Нет, в Нидросе, я думаю, что надо побыстрее храм предков сделать. Поэтому я не переключаю на рост.
167. Но мне нужно 55 монет быстрее. Этот товарищ точно решил нападать. Так, ну, наверное... А что инженерное дело? Наверное, в ученичество просто надо идти. Топа, где латники? А, у нас берсерки вместо латников. Блин. Это подстава. Так, ладно, тогда сюда идем. Надо и машиностроение надо открывать. То есть надо апнуть этих двух. То есть мне еще 60 надо. Ну, короче, видите, я на золото переключил. Да, военный лагерь еще надо бы. Но для военного лагеря надо камень вырубить. Ну, в принципе, у меня как раз один заряд есть. Еще не вырубить. Снятие улучшения не тратит заряд. Ну вообще, даже вот сейчас уже 40. Но он, конечно, если бы он коней строил, он бы... Да не, уже и конями тяжеловато. 40 я пока вот на данный момент не знаю, как забирать. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Пока тут постою. Так, а город на побережье я, наверное, хрен когда поставлю еще, да? Так что, думаю, мореходство можно открыть. Да, копейщик тоже нужен. Я, наверное, в Нидоросе сейчас вот поселенца сделаю одного и потом копейщика. Да ладно, убили. Надо, наверное, сюда ставить. Мне как-то надо в берсерков выйти. Плюс 10 к боевой мощи при атаке. Ну, вообще, серьезная штука.
Но он туда даже не посылал послов. В Акад. Ну, просто антикавалерийские юниты наносят полный урон городским стенам. То есть, по идее, если он хочет меня атаковать, то ему, конечно, Акад засоюзить хорошая идея. Так, отложу, я карточку поставлю на копейщиков. Так, а куда я этого поселенца хочу поставить? Ну, где-то вот здесь, наверное, на этом, не знаю, вот сюда, наверное. Блин, три города на 46-й ход, конечно, грустненько. Сто девяносто два. Но он строит армию. Он строит армию. Ну, а Кат, мы ж не знаем, у него вообще стены есть в городе или нету. Ну, блин, ну какого хера Женева сюда ставит мечника? Что это за приколы? Дает озарение для навигации по звездам, математики и инженерного дела. Инженерное дело мы уже открыли. Математика три разных мы... для навигации... Я просто думаю, брать ли мне этого ученого? Не знаю, мне не нравится, честно говоря, что математику мы ускорим, что навигация по звездам мне не нужна. Так, ну исторические хроники мы, конечно, значит, мы ставим бонус от кампуса и создание антикавалерийских юнитов. И у нас 40 науки. Так, где копейщик? Так, а тут военный лагерь надо. Или амбар достроить. Давайте достроим амбар. Два хода. Выполнили задание Женевы. Ой, Болонии. Болония и Женева наши союзнички. Лучше 60 накопить, потому что лучники начнут потреблять.
С другой стороны, в Берсерк-то надо идти. Уничтожьте врага при помощи копейщика. Тут вообще не осталось варваров. Мне кажется, надо на скоте ставить. Блин, то, что нам сразу дают рабочего, это круто. Надо так математику открывать, идти в военную тактику. Без ускорений уже, без ничего. Я просто не понимаю, зачем строить армию и держать ее. Мне кажется, это никогда, ну, никогда неправильно. У меня есть три лучника. Так, а янтарь, по-моему, культуру дает, да? Производство на янтаре. Это надо в трем все делать. Тут просто единственный ресурс. Кстати, Акад. Будем держать послов, чтобы Акад засоюзить. Торговый путь он еще хочет. Веру. Точно, веру. Ну, веры у нас вообще нет. Но все равно я в Трамсё поставлю. Только для будущего, может быть, вот здесь где-нибудь священку можно будет сделать. Он забрал этого ученого, которого... Так, дает озарение. Ну, он сейчас нам автоматом дадут его. Да, он забрал того, что я не взял. Этого ученого нам автоматом дадут. Ну, кстати, этот лучше... Слушайте, давайте я его заберу так. А, уже все, пошел ход. Этот ученый точно лучше, чем вот этот. Потому что этот конкретным озарение дает. Причем там одну теху я вообще открыл. А, не дают, кстати, автоматом. Ладно, я его заберу. Да, это точно лучше, который, чем даже следующий. Машиностроение, навигация по звездам, замки. Я теперь могу даже не апать лучников пока. Машиностроение, навигация по звездам и замки. Нормально. Жалко, что военную тактику не ускорила, правда.
Так, три хода. Давайте потихоньку военную подготовку открывать. Ускорим военным лагерем ее. Тапульты открыты. Берсерки у нас средневековье. Карточка на них в монар... Подожди, где она? В феодализме? В феодализме. Раз, два. У нас только две фермы построены, да? А, нет. Три, четыре. Так, вообще феодализм можем ускорить. Тут сейчас появится рабочие, мы, например, на пшенице сделаем. Тут я собираюсь вот тут еще сделать. Да, хорошо. Так, военную тактику пока тогда откладываем. Надо выйти в феодализм, поставить, потому что уже руками придется строить берсерков. У нас нету денег на ап их. Да, за 50 ходов мы не использовали ни одной способности Цивы, потому что это Цива на... Это морская Цива, которая появилась в центре континента. Соответственно, мы походу вообще только берсерка сможем использовать. Ну, потом я, может, построю священное место, но там, мягко говоря, ставкирка больше на морские ресурсы тоже заточена. Поэтому да, у нас Норвегия без способностей. Но самое интересное, что мы по науке первые, а немец второй. То есть у нас, в принципе-то, все неплохо. Ой, слушайте, я тут про этого забыл. Так, ну я бы, наверное, сразу делал катапульты. Катапульту. И феодализм ускорили. Послов пока держим. Меня так насыпало ртути, но никак не могу присоединить клетку, чтобы ее обработать.
Честно говоря, не ожидал, что у меня получится пирамиды построить, но походу мы их все-таки построим. Ну, стон. Думаешь, стоит? Пойдем тут проберемся. Так, там, по-моему, кто-то еще хотел. Аккад, по-моему, хотел, да. Давайте в Аккад отправим. Блин, а никто не знает, сколько стоит апгрейд из мечника в берсерка? Ноль. Ну, не понял. Почему у двух игроков, типа, тут что-то накапливалось, а потом ноль? Ну, я понимаю, что это разрушенные... Во, добавилось. Разрушенные кампуса. Один ход. Вам еще раз повторю, нету смысла открывать, пока мы феодализм не откроем, как мне кажется. Потому что мы не можем апгрейдить. Я не хочу союзить Аккад. Типа, показывать сопернику, что я его засоюзил. Чтобы он раньше времени не беспокоился. Хотя, с другой стороны, конечно, военный лагерь стоит, все такое. Знаете, он влияет на оружейную. По смыслу мне союзить Аккад, если он мне на данный момент ничего не даст просто. Я вот лучше, наверное, куплю наконец ртуть, обработаю. Потому что не вижу, куда мне еще деньги, потому что берсерки будут дорого стоить в апгрейде явно. О, фес появился. Вот лучше в фес поотправлять, кстати. Что-то посчиталось, что его немец встретил первым. Сейчас поставим первый посол, и я лучше фес засоюжу. Хотя у меня религии нету, типа... А его, наверное, нету смысла союзить, я просто одного посла туда отправлю. Блин, а что делать? Я ж не вижу город, меня не будет... То есть, может, мне сейчас войну объявить? Если иначе катапульты не будут работать. На всякий случай Виктора возьмем.
Там 265 силы, с другой стороны. А, точно, Акад, давайте, да. Точнее, о ком мы увидим. Стены. Тогда не будем. Объявлять войну до берсерков. Ну, просто у нас сейчас появится катапульта здесь. Наверное. Я думал увезти мечника, чтобы катапульта... А, она все равно там появилась. Блин, хоть ты войну объявляй, что ли. Блин, под вулкан не хочется так становиться. Сто двадцать пять. Апнуться в арбалет. О, у нас Нидерланды в игре. Тоже неплохо. 227 силы. Он кого-то захватил? Нет. А чё столько армии? Прост. Не верю, что я пирамиды построил. Там 22 хода, что ли, было. Да, 24 очка перебрали, это, конечно, трындец. Еще и берсерка сделал. А, хотя нет, там два хода осталось. Не, не сделаем берсерка. На этом пока все. Продолжение завтра. Спонсоры канала могут посмотреть всю игру сразу полностью. Ссылка в описании в прикрепленном комментарии. Играйте в умные игры. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.